Всем привет, друзья! Вы на канале Экспровит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Фраг про шутер. И вы часто пишете мне в комментарии: Экспровит, поиграй уже наконец-то в одной команде за АО и Изунью. Как будто в этих ивентах мы играли не вместе с ними. Ну, не знаю, ребят, может быть, там это вам казалось не то. Поэтому пойдем сегодня и сделаем то, о чем мне просили, в обычные катки. И поиграем именно за АО и за Изунью уже в полной колоде. Пособираем эту синергию, посмотрим на то, что там вообще будет происходить. Ну, а с вас, друзья, обязательно лайк, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. Лепите свой клевый комментарий и начнем воевать. Не забываем вводить мой код создателя контента. Мой код создателя контента — это Экспровит. Каждые 7 дней, ребят, я жду от вас, конечно же, чтобы вы поддерживали мой контент и вводили мой код. Так, первую синергию мы, короче, подобрали. Так, слушайте, ну, в принципе, да, что-то тут атакуется, разносится. А ты куда спрятался? От кого ты прячешься? От кого? Стоим, бу. Не знаю, там ранил или нет кого-то. Так, ну, слушайте, ну, за АО пока мисс даже играть, в принципе, особо-то и не надо, потому что, ну, вроде как бы все хорошо складывается. Против нас, кстати, ребят, по-моему, ютубер, по-моему, даже нон-стоп, потому что там было написано Аслан, обычно это его пароль, ну, типа ник. Стой, 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 нет, умри, просто умри, блин, ладно. Ну, я не уверен, но, по-моему, это его ник, ребят. Взорвали, где? Вот так тупо проигрывать не хочется. Так, ладно, пусть он здесь пока меня атакует. Ух ты, ёлки-палки. Но меня там забияка пока меня спасет, выручать будет. Я просто хочу, ребят, сейчас добить эту катку и посмотреть, показалось мне или нет. Ну вон, Аслан. Не знаю, ребят, надо проверить, но, по-моему, это не нон-стоп. По-моему, это просто какая-то пародия, не знаю. Не, я вообще хочу сразу за Изунью. Я вообще так понял, что лучше изначально появляться за Изунью и делать вот такие виражи. Так, кого-то убили, нет? Так, давай, друг, друг! На опережение. Так, ну кого-то мы там точно задели. Стоять, стоять, забияка! Блин, ну за Изунью мне в разы больше нравится играть, если честно, чем за того же самого АО. Да куда ты побежала? Ну зачем ты это? Зачем ты так поступаешь со мной? За что? Надо было, ребят, продолжать свою атаку. Опа, ня, убей, бей, бей, бей. Нет, у меня перезарядка, не смей меня трогать, я большой, но маленький. Вот так. Ха-ха-ха, Стелла, я нашел против тебя, кого выбирать. Ладно, давай красной тени сейчас поможем. Он вообще решил, короче, съебаться отсюда. О, стой! Так, ну хотя бы одну завалили. Блин, я забываю то, что у него забияка, и не сильно агрюсь на эти всякие, на самом деле, базы. Но теперь я это вспомнил. И давай. Чувак. Блин, ну как? Ну в смысле? Я ему даже имплант впарил. Разочаровывает меня АО. Это кто там такой хитрый? Стоять! Стоять! Мое, мое, мое добро! Фу, короче, все, ты меня начинаешь бесить. Где ты есть? Все. Где он есть? Все, он сдох, его нету. Так, где-то тут он несется, по-моему. Он, по-моему, за стелочку где-то несется, да? Нет? Стоять, меня не трогать. Да, блин. Там, в принципе, и забияк убить особо-то и нечего. Вроде как. Да, блин, давай, я же... Ну, я запускаю, в чем дело? Бля, красная тень вообще не просто пробежали мимо друг друга, думают, ну нахер, разбирайтесь, короче, в своих разборках сами, мы вообще не при делах.
Все, теперь можно уничтожать базу. Да надо хотя бы одну базу, блин, завалить. Все, теперь я немного спокоен. Кстати, видите, шкала почти внизу полностью полная, почти полная, ребят. Кстати, да сколько надо синергии собрать? Штуки 3-4, наверное, да? Не-не-не-не-не. Да ну блин, я хотел полную синергию собрать, все дела. Ты просто ломаешь мои планы, чувак. Кто так делает? Да что ты будешь делать-то, а? Попал, попал. Слушайте, ну стелочка вообще меня теперь не пугает, если честно, с появлением Мизуни, абсолютно. Помните, чтобы вы ставили лайки и обязательно комментировали вообще видосики мои, потому что от этого очень многое зависит выход последующих моих видео. Если вы не заметили, то вчера у меня не вышло ни одного видео по фраг. Потому что, ребят, вы, ну, как-то слабо, ну, не знаю, на том видео очень слабая была активность. Я вам говорил, что теперь от просмотра моих видосиков будет очень многое зависеть, в принципе, насколько часто будут выходить видосики. Ну, короче, вы поняли. Так, где мои ресурсы? Вон они. Так, чё, где я готов? Я готов, я готов, я жду, 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 жду. Пюм! Я хочу, ребят, полную сейчас насобирать синергию. А, она, короче, уходит со временем, вы поняли? Все, здесь, короче, она не на постоянной, ребят, основе. То есть мы собираем синергию в то время, пока если она у нас действует, да, то есть отстакивается, видите? Получается, мы, у нас усиленный урон. Все, я понял, она временная. То есть мы набираем эту шкалу, потом эта шкала уходит. Ну, с одной стороны, я думаю, это и правильно сделали, чтобы мы постоянно не бегали, чисто такие супермощные, типа... А, вон, 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 нет, нет, не стреляй в меня! Я хочу забрать коробку. Ладно, хорошо. Я сейчас вернусь. Он заберет коробку. Ну, она все равно будет... Мля, ну а вот здесь почти уже забрал. Ну, хотя бы золото возьму и синергию. Я высосал из него всю его душу. Да что ты будешь делать? Ни хера себе, ко мне добрались. Да блин, ля, вообще, что происходит? О, моя коробка, я сказал. Противник получил? За какие заслуги? Я играл за ООО, он жирный, здоровый, широкий. Фиш. Так, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Блин, сейчас опять противник. Ну, если я сейчас выиграю, в принципе, я получу эти коробки. Вообще, плевать, кто их на самом деле-то в таком случае взял. Но хотелось бы себе все-таки все равно эти ништяки все забирать. Трус стал на одном месте, пытаясь стрелять сдалека. Как мне это знакомо. Не с тем связались. Ну блин. А, не, задел. Так, осталось, в принципе, один килл сделать. Ну, на базу нет смысла уже рыпаться. Просите меня в комментариях о том, чтобы я снял уже обзор на ООО. Но, ребят, если за Изуни я снял быстро обзор, то только потому, что я быстро прохавал этого персонажа. За ООО сейчас есть еще проблемы в плане игры и тому подобное. Поэтому, мне кажется, я еще пока недооценил этого персонажа. И не до конца понял, как за него нормально можно, в принципе, играть. Поэтому, ребят, я не хочу спешить со своими какими-то там выводами. Потому что я не из тех ребят, которые просто снимают типа обзора, ради того, чтобы показать персонажа, непонятно, как он вообще даже выглядит. Я хочу снять для вас качественно. Чтобы все было именно по теме. Если есть что о персонаже сказать, и чтобы ничего не было недосказано, потому что у меня уже были когда-то обзоры, там, где я снял за персонажа, поспешил, а потом я...
Вообще, что я вообще не так играл за персонажа и не то вообще делал. Ну, в принципе, можно. Слушайте, АО и Изуни брать в одну команду. У АО есть, конечно, свои минусы, но и у него достаточно большой запас тоже своих приятных моментов. Особенно ну, в виде его умения. Это вообще бомбочка полная. Так, где? О, блин, как хорошо я по ней попала. Ух ты, что такой живучий-то, а? Слышь? Стоять, стоять, я сказал! Получил он все равно, ладно. О, тут изуняшка. А где, где, где? Вижу, вижу, я вижу. Нет. Тебе меня не сломить. Да двигайся, тебя что, ну прям настолько жестко замедлили, я не понимаю. Ля, и этого... А, я понял, это в коробке замедление такое было. Подруга, стоять. Слушайте, ну синергия это приятное, конечно, дополнение, но мне кажется, скоро будут и других персонажей тоже сингерировать. Но по-любому это будет и, наверное... Ну, знаете, я, наверное, отдельное видео об этом сниму. Хотя это, в принципе, ну, очень... Очевидно будет. Ну, я сниму все равно об этом видео. Слушайте, можно уже туда запереться, но так лень, если честно. За последнее время я так ненавижу базы атаковать. Мне больше приятнее вот так делать. Просто Изуни никому не оставляет шансов, ребят. Просто не оставляет. И да, друзья, если вы в моем клубе, дайте мне немного. Мне там штук 10 не хватает, чтобы улучшить свое АО на десятку. Вам что, жалко что ли? И у меня как назло даже этих джокерских карточек не хватает, потому что я все потратил на него же. Кстати, у меня попался заряженный тип. С двумя силами фраг, с хорошими героями. Но мы тоже не лыком шиты, а? Ух ты, ёпты, ты кто такой? Ты что сюда пришел? Не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ао, ао. Мсти, братан, мсти. Ладно, окей, тебе не до меня. Не до мести. Хреново, когда попадаются такие вот заряженные ребята. Но мы на них найдем управу. Зассал, вы видели, ребят? Просто зассал. Чувствуете запах? Это срань. Он просто обосрался, когда увидел мою электродевочку. Просто обосрался. Блядь, не туда, ладно. Пусть ребята бегут туда, я за изуняшку пока не сюда. Я, ребят, пока месяц не буду ничего такого кидать сюда. Ну, в плане коробки, потому что не вижу смысла. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братцы, кролики. Нет-нет-нет-нет-нет. Ой-ой-ой, блядь, ты что здесь забыла? Иди нахер. О-хо-хо, лети-лети-лети. И не забывай меня. Лети, не забывай меня. Давай умение, быстро. Не успел. А так, ребят, а замес был бы хороший. Реально, я бы двоих по-любому здесь снес. Да что ты будешь делать? Знай наших. Ух, ваших тоже понимаем. Ой-ой-ой, жопа, беги. Сброс, где сброс? Чувак решил рискнуть и сделать сброс ресурсов. И вон он, вон он. Я взял, надеюсь, это яд. Я кого-то задел? Нет. А, кстати, мне там задание надо выполнить. Кидать голографические метки. Давайте, наверное, немножечко кинем парочку штучек. Отвлекся. Бьем вниз. Может, кого-то попадем. О, попали. Ёперный балет. Есть, убил. Обожаю Изуню, ребят. Просто обожаю. Давай, запускай. Как это было приятно. Вам это понравилось так же, как и мне? Так, давайте еще одну голографическую меточку отправим.
Блин, у него нет патронов. Ну что за лагбаг, блин, мать твою за ногу. Вот что мне теперь с ним делать? О, стреляет. Раздуплился. Ой-ой-ой-ой, какой смуга. Ля, опять в том же углу зажали. Тогда Изуню зажали, теперь АО зажали. Че, кого-то задели, не? Вот так вот в крысу, да? Просто в крысу. Хорошо, я тебя запомнил. Я помню, как ты выглядишь. Такое золотое там. Блин, меня что-то подлагивать начинает. Явно что-то где-то пришло. Ух ты. Короче, он стал тотальный зачем-то защиту по левую сторону, там, где у него уже база, в принципе, разрушена. Зачем, не спрашивайте, понятия не имею. Ой, нет. Ну, блин, ну откуда? Откуда такая мощь у нее? Ой, блядь. Сейчас может быть очень неприятно, беги. Да ладно, я просрал. Вы гоните? Прикинь, я проиграл. Глаза, я бы его затащил, если бы меньше баловался, и в конце, если бы у меня не залагало. А залагало, потому что постоянно, вот когда что-то в телефоне открывается, то это очень сильно влияет на запись. Да ёб ты мать, ты чё вообще? Я чё, косой такой? На нахер. Давай, давай, АО, АО, я тебя вижу, я наблюдаю за тобой. Так, а кто меня убил? А, понял. Так, а кто здесь есть? Все, здесь никого, золото, собираем. Кстати, я до сих пор еще голографическую метку не кинул. Давайте кинем несчастный, господи, бросок какой-то. Ой, господи, какой позорный бросок. Где ты есть? Убил. Стой, ждем. А че не кидает? Ну, Марко Поло лучше снести, а то он своей херней может реально задолбать. Ух ты, ёб, ты где? Так, ну у нас энергия, в принципе, уже заполнена. О, да, вот это я удачно скинул. Давай, освети меня своей сущностью, не смей меня трогать. Яд, ты сдохнешь. За свое деяние ты сдохнешь. Ладно, там его остановят. Давай, выходи. Выходи, я тебя немножко встряхну. Да встряхну я, блин. Вечно я забываю, что их неумения связаны с ихним оружием. Вот вечно за эту хрень, ребята, реально забываю. Такая непривычная, такое непривычное реально дерьмо сделали. Так, голографическую метку, все круто. Ух ты, я подобрал. Урон из Уни АО повышается на 30%. А, это их не повышается. Только непонятно, почему я только что своего персонажа это подобрал, если оно на меня вообще никаким образом не влияет. Ух ты, меня там кто-то бьет, не тормози. Ля-ля-ля, управление вообще не хочет слушать. Просто затащил, ребят. Так, ладно, надо коробочки, наверное, пособирать, да? Где коробка, где коробка? Коробка где-то там. Слушайте, прям в окружении вот этого всего добра. Давай, давай, спускайся ко мне. Интересная штука, это синергия все равно, но за нее заморачиваться тоже сильно, если честно, не хочется. Ух ты, ёб. Давай, давай, иди ко мне, родная. Так, что-то я не туда побежал. Привет, друг. Дай мне свою душу. Блин, да что с управлением? Да давай, перезаряжайся. Опасность кругом. Ладно, ребят, на этом видео буду заканчивать. Вообще интересно. На самом деле мне понравилось, когда я в одной катке Изуня и АО. Достаточно интересная система, особенно собирание этой всякой синергии и тому подобное.
Ну, не знаю, как оно будет дальше, если будет более мощный какой-то противник, не знаю вообще, сработаются ли они, потому что, ну, за АО можно, но с его пушкой надо что-то, ребят, делать, и с этой перезарядкой, ну, это очень сильно бесит, у других такого нету просто-напросто, и поэтому за них немного проще играть, потому что если у тебя нет патронов, ты можешь защититься с помощью своего умения, или сбежать, или что-то в этом роде, а здесь ты так сделать, ну, типа, не можешь. Ну, в целом, в принципе, интересно. Брать в колоду, сами все видели. Мишип игрался, вообще б не проиграл. Ну, так, в принципе, нормально. Поэтому, ребят, обязательно пишем свои комментарии, как вам Изуня, как вам АО, как вам, если они вместе или по отдельности. Но были на канале Экспровит. Всем спасибо. Пока-пока.